В зоне талантов. В исправительных учреждениях Чувашии прошел всероссийский конкурс талантов среди осужденных. Участница конкурса Ирина Сергеева обладает уникальной способностью. Она умеет рисовать и писать двумя руками одновременно. Когда я научилась писать, я писала справа налево, и надпись можно было прочесть только при помощи зеркала. Позднее я научилась писать правильно, но умение осталось. Прошел в номинациях «Феноменальная память и мышление», «Исключительные и удивительные возможности человеческого организма», «Владение голосом». Намерение оправдать свое поведение мотивирует многих осужденных использовать все имеющиеся в колонии ресурсы и приложить все усилия для того, чтобы скорее вернуться домой и больше никогда не переступать порог исправительных учреждений. Принимая участие в подобных конкурсах, осужденные могут получить дополнительное свидание, отпуск с выездом и приблизить свое условно-досрочное освобождение, то есть ускорить свое возвращение на свободу.